всем приятно, когда мне первый раз скажете, ну что, выбрались мы покушать. Мы здесь в одну медийную вошли. Также здесь шашлыки вон есть. Заказали же шашлык себе. Там он сейчас за пивом пошел. Ждем с шашлычок. Такой вот у нас. Кстати, вот цены, кому интересно. Мясо, шашлык. Не дешевый, конечно, шашлык. А, еще рыбка. Смотри, какая красивая. Да, набрал чинчик на экскурсию, но баристов. Ну, здесь и пиво, и напитки, и алкоголь, и безалкоголь. Здесь также и вино есть. Все, что хапсится. Да, красота. Но дорого все. Конечно, недешево. Вот какие-то настойки, смотрите. Гранат, малина, персик. Клево. Так, вот сидим, рассматриваем, что здесь такое есть. Вот. Ну, здесь вроде как это, как буфет, что ли, как столовая, типа, набираешь. И все. Шашлык, конечно, дорогой, прям очень дорогой. Вот пиво взяли по 350 рублей, какое-то крафтовое. 300. Вот, да. По 350. 700 рублей. Да. Ну что, давай. Да, все хорошо. Подавал, он говорит, ой, не пойдем в ресторан, типа, там дорого, много денег потратим. Здесь потратим не меньше, поверьте. Да, мы что взяли? Все первые береговые линии, это раз. Очень дорого. Чего? Мы тогда взяли пиццу, мы тогда взяли два супа. Вот. И сок. И сок, да. Да. Сколько это вышло? Я не помню. Но на самом деле это было не так уж и дорого. Да. Вот только сейчас это на шашлыке, я говорю, там что-то взяли один шампур. Там один шампур прям серьезно весит. 300? 700 грамм он стоил. Ну, это мясо, да. Мясо. А так 300. Короче, шашлык здесь 400. Очень дорогой. Вот сидим, короче, это размышляем, почему многие люди, вот приезжая в тот же самый Сочи, да, ходят по столовым. Потому что, знаете, вот так вот заходишь в ресторанчик, видишь эти цены, охреневаешь. Не, вроде так глядишь, ну, ладно, можно взять грамм, это 200, а тебе раз и огорошек. А у нас нет такого. Да, нет, вот 300, меньше, 400. Там 400 грамм, да, они не продают. Ну, мы сейчас это немножко взяли, там один шампурчик на двоих, люляшку одну и несколько овощей, и вот по пивку, ну все. Тем более, у нас завтра будет хороший завтрак. А так, отметить это приезд, да, даже, правильно? Да, а потом будем, как всегда, ходили. Либо там в лагерь, речки кофе брать, либо в KFC. Ну. Мы тут места уже знаем. Да. Не, ну, конечно, если здесь каждый день по ресторану, здесь, конечно, вообще штатов не удержишь. Да? Потому что... Как было хорошо, помнишь, там... Пока они построили этот, это здание, там это были такие же эти, там и были не дорогие. Там было грузинское это, кафе. Да. Мы хинкали брали по 60 рублей. Угу. А здесь даже штучка. Вот ты не знаешь, вот в этом районе, где нормально такие хинкальные и прочее. Хотя нет, помнишь, хинкали-то мы заказывали вот здесь, вот в этаже. Надо в мандарин сходить, там неплохая хинкальная, ты помнишь? Там кафе, где мы заказывали. Грузинская кухня, да. Но куда какие сходим? Цены сейчас там? Вот в чем дело. Ну, надо отметить, первый день. Вот здесь тоже ничего цены вот там ушли. Только у них это зал стал маленький и без открытой. А у них как это был как закрытый, а сейчас открытый. Сейчас открытый сделали. И ну давай. Музыка, музыка. Давай за приезд, как говорится, чтобы было весело и интересно. Так, завтра надо, кстати, заняться экскурсиями, потому что планируем все-таки съесть на экскурсии несколько. Там, кстати, все экскурсии в разные дни. В разные дни? Ну вот. Там какие-то экскурсии идут в вторник, а какие-то по субботам. То вторник и суббота. Надо, короче, зайти. Сейчас в Абхазии. Нет, в Абхазию я очень хочу. Не знаю, почему-то мне прям вот так хочется в Абхазию. Из четырех. Ну, сегодня еще вечером придем, обсудим. Дело в том, что мы на одной были, остается три. Мы были Золотой котел, да? По Золотое кольцо, да. Я хочу, чтобы с заездом на озеро Рица было. Это Золотое кольцо. И по вот этим вот озерам. Красивый, и вот. Душа Абхазии. Да, да, да. И вот это, помнишь, как в горы вот ехали вот, по Самшитам, вот, красиво. Ну, это и есть все. Только там еще плюс это дача Сталина на озере Рица. Ну, вот. То есть не просто дача, которая была рядом с Новоафонским этим монастырем, а на озере Рица. В общем, съездим, видим, где получится. Ну, там, по-моему, можно где-то оплачивать карту. Я-то это карты оплачивал. Карты мир. Хотел, кстати, Абхазию взять. Ну, что-то я посмотрела, Абхазия что-то вообще очень дорого. Она дороже, чем в Сочи. Вот. Тем более там, блин, ни интернета, ничего.
да. Вот. А здесь хотя бы, там, по крайней мере, все уже известно. Стены. И все понятно. Нет, там еще как пишут люди, кто вот там это отдыхал. Там стемнело. И все темно. Все, и некуда пойти. Там ни баров, ни клубов, ничего нет. Все, в отель, 6 вечера и спать. Ну ничего, разберемся. Шашлык. Вот, так, 690 шашлык. 690 шашлык? А да, что так идешь? Грамм. А, 690 грамм. Да. Потом нет, так, ничего, этого ляшка 289 грамм. Ага. И эти 100 с чем. А, около 300 тоже. Ну, короче, в итоге вот эта вот тарелочка 3000 рублей. Да, мне кажется, это очень дорого. Да. Согласен? Да. Так, ну что, ребята, давайте за приезд шашлык отмечаем. Ну, куски огромные просто. Не, куски согласна, куски приличненькие такие. Вот. Я думаю, нам хватит с тобой на двоих. Прилично. Ой. Мясо так. Оп. Это вроде как шея. О, здесь такая. Мясо, мясо. Только-только сделали, потому что вот прям только-только сняли с мангала. Вот, у нас еще соус, кстати, есть. Давай, только поставим. На. Кушаем, кушаем. Товарищи, ну, как говорится, за приезд. Пробуем местный шашлык в Сочинске. Мягкий. Да, вкусненький. Мягкий. Мягкий. Ну, давай. А то, чтобы почаще приезжать, наслаждаться хорошим тренингом. Неплохо так, в принципе. Да. Ну, куски просто. Здесь у нас желтенький перчик. Да. Дай пополам. Разберем. Баклажанчик. Баклажанчик, да, помидорка. В общем, все это обошлось в 3000. Недешево, но кто же сомневался, что будет дешево. Цены такие. Ну, на том и в Сочи. Че? Грамм 700 будет шашлык. Ну да. Ну, пардон, они его взвешивают как? В состоянии жареном или в состоянии нежареном? Не, жареного. Жареного? Да. Он пожарил, потом она вот это поставила блюдце, скинула, он выложил шашлык. Потом она опять скинула, он выложил гуляшку. Она скинула, выложил овощи. Не, ну мясо неплохое. Ну так, по-моему, вот это больше карбонат, похоже. Я кусок взяла, по-моему, карбонат белый. Потом... Может быть. Не, ну если попажу раз в день есть вот так вот, это мы штанов точно не держим. Ну да. Даже если это так питаться у нас. Ну. Итого у нас получилось 3700. Нет, вкусно. Спору нет. Огромный плюс то, что это прям с мангала. То, что это прям вот только-только. Приготовилось. Это. Так. Пробуем люляху. Люляха у нас из телятины. Да. По-моему, как-то. Да? Угу. Она не стала снимать, она даже сломалась у него. Ага. Вкусная. Отрезай. Лутка берем. Короче, шашлык вкусный. Не уверена, что он стоит таких денег, конечно. Но, в принципе, шашлык достойный. Это честно, я еще, так сказать, не обживаюсь с ценами. Местными. Ну да. А так, в принципе, не смирилась еще. Ну да. С ними. Хотя, смотрите, мы заказывали шашлык. Там набор был тоже. 300 грамм свинины. Как раз вот было. А здесь у нас 700 грамм. Прошу заметить, да? Но там у нас была еще люляшка. Вот, и это, ну там 2600 было. Уж плюс-минус, наверное, то же самое, да? Вкусно. Баклажан. Вчера спили. Вот, как всегда, шашлык здесь умеет готовить. На. Оп.
баклажанчик. Давай, Вован, я хочу выпить за то, чтобы у нас было побольше возможностей вот так просто взять, сорваться с места и просто поехать туда, куда мы хотим. Вот. Вот нам стало скучно дома. Думаем, что делать? И не только мы. Да. Что делать, пока нам, типа, шкаф не привезут? Мы думаем, так, у нас холод, у нас дожди. Я такая, так, посмотрела, короче, туры. Не, у нас сейчас тепло, но дождь. Все дни. Не, завтра, кстати, холодно будет. Не, я посмотрела туры. Я смотрю, есть недорогие туры. Я думаю, так, надо брать. А чего бы и нет? Пока есть, да? Угу. Типа, здесь еще тепло. В Турцию ехать, знаете, во-первых, мы бы не успели. Вот. Во-вторых, там дорого. Смотрите. Турция сейчас очень дорогая. Вот у нее, например, был этот... сослуживец. Вот. Турция. Да. Сколько? 128 тысяч. 128. И тут там отель, знаете, там 3-4 звезды. Это дорого. Очень. Четверочка. Угу. То где-то на краю. Угу. Короче, сейчас цены на отдых только для очень богатых. Получается так. Кстати, вот здесь этот лавашек. Тоже выберем. Все будут пропитывать в Сочи. Самый дешевый отдых будет здесь. Ну, по крайней мере, дешевле, чем Турция, знаете. Даже при условии, что мы здесь потратим деньги, но мы знаем, что это выйдет все равно дешевле. Скажем так, мы едим вот то, что мы хотим, мы же едим шашлык, да. А не какой-нибудь там, знаете, салаты там и прочее. Не, может быть, Турцию тоже сгоним. Сейчас, конечно, в Турции уже просто прохладно. Сейчас же надо в Египте. Или хочу в этот, в Дубай, все-таки. Наш Жень Кривенко приглашал, говорит, приезжайте, как будто сделаю все как для себя. Ну, в плане того, что встретиться, пообщаться. Он меня даже подстричь обещал. Обрить. Ага. На ус. Люблю хороших, добрых, самодостаточных людей. И знаете, когда у человека нет каких-то загонов, когда у него все хорошо в жизни, когда у него все хорошо с финансами, он никогда никого не будет ненавидеть. Вот. Женя один из таких людей. Люблю таких людей. Это что такое, баклажанчик у нас? Баклажанчик. Женя, будешь смотреть, тебе привет. Я знаю, что у нас там периодически посматривает. Да. Полин, спасибо. О, здесь мяско прям даже какое-то под сырое, не? Нет. По-моему, не дожаренное. Нет, дожаренное. Да? Может, просто кусок другой. Что-то, блин, огромный кусок. Режь пополам. Пополам его режу. Угу. Да там же 7 было, да? Угу. Да. Да. Спасибо. Вот, давай. А, вот, иди сюда. Нет, слушай, это более чем. Мясо прям вот более чем. А овощи? Чего? Овощи как? Овощи тоже вкусно. Больше ничего не надо. По сути, вот овощи и шашлык, все. Да. Очень вкусно. Удашь вкусно. Ну, Аван, давай тост. Давай, задвинь тост. Задвинь. Я сейчас Мишанин звонил. Я говорю, а мы с Сочи, он говорит, что фигел. Чего? Как? Как? Так? Я говорю, вот так вот, прикинь. Ну, поздравил. Еще были там. Пожелал приятного аппетита. Я говорю, мы сейчас шашлык ведем. Он говорит, молодцы. Я вам горжусь. Тоже к нему придешь, да? Да. Ну, да. За лося. Не, ну давай нормально. Я поясняю, за лосем. Чтоб всем хотелось и могло лось. Ну ладно, да. Вот, чтобы у всех были такие возможности, которые совпадали с их желаниями. Да. Да. Так. Ты же знаете, иногда бывает, что желание есть, а нет возможности. Или наоборот. Есть возможность, но нет желания или нету. И того, и другого. Короче, да, не понял. То есть даже тут не тема то, что денег нету, то есть в плане того, что просто кто-то не может вырваться по работе там или еще что-то. Да. Или из-за домашних дел. Чайник не, блин, да, ее тут. Да. А тут, вы знаете, вот раз и вырвался. Да, всегда только по графику.
Ну, как у, блин, Олега только подбирает в карточку. Да. А там уже не до поиска горячих тур. Да-да-да. Берешь то, что есть. Угу. Бери, что дают. Я помидорку. Я уже остынь. Давай, бери. Оп-оп-оп. Бери. Есть. Помидорчик на гриле. Хорошая помидорочка на гриле. Подпеченная. Ну, считай, мы пол шампура овощей взяли, одну люляшку и целый шампур свинины. Мы не пол взяли, мы целый взяли. Чего? Шампур шашлыка. Нет, овощей я имею в виду. А, овощей, да. Овощей. То вышло 300 грамм. Нормально. Потому что мы кайфанули. Но говорю, каждый день так вот по паре раз в день ты не разбегаешься. Если бы зарабатывал ты миллионы. Если бы. Да не знаю, мне кажется, даже если бы я миллион зарабатывал, все равно бы у меня срабатывал такой, знаете, некий момент того, что ну как-то дорого, все равно неоправданно. Если бы ты как Абрамович за, блин, зарабатывала. Ну, потому что не сразу меня Абрамович. Мне, конечно, лез на это. Вот. Он когда пьет кофе, у него уже бабки идут. А ты понимаешь? А самое интересное то, что вот мы сейчас едим, а мы тоже при этом зарабатываем деньги. Mm-hmm. Вот то, что нас смотрят каждый день, понимаете? Даже те, кто нас дико ненавидит, вот, они нас смотрят, продолжают дальше нас смотреть. Вот. Ну и, соответственно, приносят нам какие-то дивиденды. Раз по этому поводу. Мы можем, грубо говоря, спать, а нас будут смотреть. Понимаете? Вот. Нужно добиться такой славы. Хороший или плохой? Мы неоднократно говорили, мы пришли зарабатывать. Если у нас есть возможность зарабатывать на том, что просто мы показываем свою жизнь, я считаю, это здорово. К сожалению, многие показывают свою жизнь, но у них не всегда получается. Mm-hmm. Их жизнь бывает неинтересна. У некоторых даже собаки интереснее, чем они сами. Вот так вот. Так что, как ни крути. Значит, мы вкусно едим. Раз мы вот так вот нас смотрят. Да. Да. А что, здесь все авторские не прийти? Не хочется. А, кстати, если вдруг прилетают авторские, ребята, если вдруг на Ютубе вы смотрите, и там нету звука, то заходите, пожалуйста, на Дзен. Там у нас все без изменений. Да. Там, благо, еще это... Великий этот, авторский не добрался. Как сказал Дмитрий Медведев, что? Не хотят зарабатывать, иначе будем заниматься пиратством. Да? Это мы прям, это наше. Не, неплохое место. Ну, цены, конечно. Цены, да. Ну, что ты хочешь? Что ты хочешь? Первая Берговая, Сочи. Адлер. Я бы сказал Адлер, а не Сочи. Да. Сейчас пойдем еще прогуляемся. А народу, кстати, знаете, вообще много. Мы вот сидели недавно в этом, в пивнушке, и вот там сидели тоже вот люди, обсуждали. И знаете, вот они тоже как раз говорили, что тоже собираются в Адлер. Вот тоже. Знаете, многие люди сейчас собираются в Адлер. Да. В Турции дорого. А что ты думаешь, ты бы дешевле в Турции бы питался? Нет. То есть вот даже в кафешках там бы тоже бы дорого было. Там тоже вот эта вся уличная еда и прочее, она тоже дорогая. К сожалению. Мне что не нравится в Турции? Что? Вот эта уличная еда. И что? Она везде одинаковая, по шаблону. Пицца, да, паста. А здесь еще шашлык. Вот и все. Хотя... Сейчас, кстати, время, где все. Хотя, если поглядеть, Бурака, ну, то эта кухня очень разнообразная. Давай.
Люляшку пополам. Берем. Но никто не готовит почему-то ее. Тут у нас какая-то итальянская кафешка, что ли? Угу. Ой, я очень надеюсь, что авторская не придет. Мне каждый раз, вот знаете, вот для меня проблема вот выехать, то, что мы сидим, едим где-то в каких-то общественных местах, а потом вот сидишь, и тебе раз авторский прав, два раз. Для меня это прям вот, прям как серпом по одному месту. У тебя его нет. Я представляю. Если бы было. Как это больно, да? Да. Ой, люляшка вообще. Телячка. Мягкая? Люляшка огонь. Люляшка огонь, да. Так, теперь здесь музыку выключили, там орёт. Так, мне нужна какофония. Чтобы одна песня другой перекрывал. Это барвун. Мне классно. Там пиво разбленливают. Да? Вот. Не, а здесь прикольно вот это, знаете? Смотри, делают. Делают, соответственно, вот этот. Там настойки, там пиво, там вино. А это все одно. Да. Мангал. Очень нормально. И еще вот это, и устрица еще продают. Не устрица, а миди. Медийная. Фудпорт называется. Мангал. Mm-hmm. Здесь есть то, что покушать. Там картошечка, миди, что-то, ну, такие наггетсы. Который популярный. Тут мангальчик сразу. Ням-ням-ням. Вот, и там дальше уже, уже напитки. Плюс здесь есть туалет. Вот мы проходили, там вот закончик небольшой, там туалет. Просто для кого? Лучочек бери. Давай, все сожрём. Он застрелит еще. Мы должны даже тарелки обрезать. Понимаешь? Вот это я не буду обрезать. Ну ладно, я облежу. Его не смотрите мыли, до конца. А протерли просто. Да? Хорошо, что сказал до того, как я стала его обрезать. Да, я не буду. Я достал откуда-то. Из бендячика протерл салфеткой и все. Вов, знаешь... Я вот хочу абстрагироваться от этого всего, не хочу заморачиваться на этом всем. Зацветочек, девочки. Да. Решили пойти прогуляться. Мы сейчас с Мишаней созвонились. Пошли. Болтать. Так вон туда, я говорю, прямо. А потом там завернем. Помнишь, кстати, здесь мы ходили, здесь что-то ремонтировали еще. Да, все сделали. Вон. А сейчас смотри, ту им вот наставили. Это вот и было. Живая изгородь. Ремонт и эту камеру поставили кучу. Угу. Как все, так все сказал. И чё толком? Ну, наставили их. Вон, никак сработают. Но они больше, наверное, для правопорядка. Они не работают, как они он работают? Сказал. Вообще. Эти камеры. Год сколько... Муляж? Ездил, год. О, нифига себе, подожди-ка. Там какой-то как басик. Чего ты? Нифига себе. Там как это, вип-зона. Пошли вип-зона. Нифига себе. Там какая-то как, не знаю, вон, посмотри. А, да, да. Вон, видишь? Офигеть. Это пляж, наверное, да? Нет, это явно не пляж. А как вот. Открыто? Вот это. А мне кажется, это знаешь что? Это какой-то как кафешка с басиком. Да, басиком. Кафешка с басиком. Пошли в мандарин. Я вот туда вот хотела. Мандарин, вот. Да что ты забыл мандарин? Как что? Я вот там хотела пойти. Вспомним, что он с цветами ходит, цветочки раздают. Да, да, да. Главное, знаете, сначала раздают, а потом деньги требуют. Нет. Ну, это как у нас тоже. Тебе ее дай, а потом мне на ухо. 50 тысяч. Да, да, да. И у нас мандарин. Ну, мандарин это как торговый центр у них. Просто здесь несколько кафешек расположено. Единственный торговый центр под открытым небом. Да. Что там говорила? Раки что? И гады. Раки и гады? Вон он. Раковарня Сидорова. Кузнецова. Твоя, что ли? А то! А ты что думала? Ну. Я прям тебе все, блин, выложил. Ну. Да мужик-то мне непростой. Как красиво. Фонтанчик. Здорово. Прель. Пойдем дальше. Раки и гады. Кстати, почем у них раки? Можно зайти посмотреть. Так.
Раки и гады. А, килограмм? А полкило? Так, горячие осьминоги 1300. Кальмары, вареные раки. Центра что-то нету, да? Ну, 1000 центра? 2100, вон что-то вижу. Миди и запуск цены. А, миди, короче, 850. Фига себе цены. Ой, верните меня в мой, там, не знаю, 2020, что ли, мы здесь были. Такие цены были классные. Ну, вот сейчас, конечно. У меня цены, да. Пардон, Вова, ты что-то прям приобнаглел. Так что вот. Не, вкусно наели шашлыка. Довольно счастливы. Идем гуляем. Домой. Шикарно. Шикарно. Ресторанный бар. Шикарно. Ну это, знаешь, как шикарно. А чикарно. А, во-во-во, вот это про хинкали. Да. Про хинкали, вот это очень хороший такой. Новик. Мы тогда заказывали тогда. Да. Мы там тогда заказывали очень вкусные эти, как, хинкальки. Да. Угу. А там... Это тоже открытая зона. Ого. У них есть. Да. А вот там ходишь на набережную, и там кофе. Кофе. Пойдем там. Сходим. Была. Армянская кухня. Вот, дом я. Мэнс Клаб. Таверна Грекос, таверна. Это греческая. Полно все. А вот тут армянское кафе. Армянское кафе, видишь? Армянское. Марена. Армянская кухня. Ну, кстати, давай сцену посмотрим примерно. Мангал. Шашлык из свинины 245. Ну, здесь подороже, да, немножко блюдо от шефа. Десерт и гарниры. Здрасте. Спасибо, сейчас посмотрим. Печь, супы. Ламаджо, хачапури. А до скольки работаете? До 2 часов ночи. Спасибо. До 2 часов работают. Спасибо вам тоже. До 2 часов. Здесь долго работают. Грекос какая-то. Греческая. А здесь, кстати, кофейня, прикольно. Давай по кофеечку и пошли. Вижу. Вот тебе ресторан Джена. Ереван. Кофе пей. Да ты там сделал? Ереван. 1274 километра, да. Далеко. Еще едет. К сожалению, далековато. Так, сейчас возьмем по кофеечку и пойдем. О, смотри, камеру наставили. Вообще, капец. Одни камеры. Да-да-да. Кофе. А, да. А сырного нету? Нету. Типа сырного. Здесь много всяких кофейных напитков. А не помню тоже. Кофе вкусный. Вот они. Взял себе какао с маршмеллоу. Специи. Мыр и прочее. Сыр, мыр и прочее. Ладно, в общем, мы, короче, пошли гулять. Вот, немножко пройдемся. А мы увидимся с вами в следующих выпусках. Обязательно нас подписывайтесь. Путешествие только начинается. Да. Мы только приехали. Любим всех, целуем. Всем хорошего настроения и побольше позитива. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока, Вовка. Пока. Пока-пока. Ребятки, для тех, кто смотрит до конца, вот, мы тут стоим прибоя. Вот. Болтаем, слушаем шум волн. Красота. И то, что я хотел. Просто да, послушать шум волн. Ножки свесь. Да, вот так мужик сказал, да. И кофе пьешь, да. Днем. Ну да. Всем спокойной ночи. Хорошего настроения. Пока-пока.